вами Громакина Ярославна, блог нашедети.ру. И сегодня я хочу сделать обзор на третий каталог Avon. Третий каталог Avon, он у нас посвящен 8 марта. Очень красивый, очень такой добротный, прям толстый, в хорошем переплете. Глянцевый журнал. Я заказала несколько продуктов, которые пойдут в подарок моей маме, сестре. Мне, конечно. Вот. Ну, давайте посмотрим, что пришло. Ну, на всякий случай еще, конечно, мужу с вами на 23 февраля. Потому что он с 13 февраля по 5 марта. Так. Для мужа я взяла вот такой гель. Avon Man. Основной уход. Гель для бритья. Вообще, дорогой хотел пену, но пена и гель. Пены почему-то в Avon'е нету мужской. Был гель. Ну, в принципе, как он сказал, это практически одно и то же. Гель для бритья, основной уход. Очень приятный мужской запах. Упаковка, смотрите, очень такая большая. Да? Я думаю, что ее должно хватить надолго. 200 мл. Я заказала зарядку. Аккумулятор. Она очень интересная, очень красивая. Я ее, наверное, покажу вам ближе. Ну, в конце вот такая коробочка. Gift Boutique Avon. Выполнена она очень интересно, в форме помады. Очень по-женски. Обзор на нее будет в конце. Мне очень нравится, что с Avon приходят хорошие призы. То есть вы можете пользоваться той же косметикой, которую вы покупаете постоянно. Косметические средства, крема, шампуни, бальзамы. Шампуни, бальзамы все равно нам нужны хотя бы, наверное, раз в месяц. И вы можете покупать их не просто в магазине, в каком-то супермаркете, а, например, в Avon. Причем цены очень хорошие, если вы являетесь представителем или координатором, практически с 30% скидкой. Если заказываете на определенную сумму, сейчас это 1600, то вам еще приходят такие подарки. Вот, например, мне пришли три подарка. Avon Luck for Her – это парфюмерная вода. Парфюмерная вода, я еще ее не вскрывала, не смотрела. 30 мл. Потом сделаю отдельные обзоры. Я всегда делаю обзоры на те продукты, которые мне понравились или не понравились. Вот. Выглядит очень солидно, красиво. Упаковка такая золотая. Пришел такой крем Inu Заряд Энергии. Серия Inu мне очень нравится. Крема хорошие, жирные. У меня очень сухая кожа, поэтому я заказываю такие крема. Единственный, может быть, какой-то минус или не знаю, как назвать. Некоторые крема нужно очень аккуратно наносить серию Inu под глазами, потому что если на нижнее веко очень близко будете наносить с глазом, то при попадании в глаза будет щипать. Возможно, туда входят какие-то вещества, раздражающие слизь. Поэтому надо наносить прямо вот как в рекламах показывают. Потому что именно средства для глаз есть специальные. Крем для лица, совершенство, мгновенное выравнивание. Вот. Светло-розовая упаковка. Обзор я тоже сделаю позже. И пришла тушь. Тушь у меня пойдет кому-нибудь в подарок, потому что совсем недавно я заказывала для себя уже тушь Avon Shock. И она практически новая, я ее только открыла. А это Avon True Color. Видимо, верхушка золотистая. В упаковке выглядит так. Что я взяла в подарки? Так, в подарки. Мама у меня просила черный карандаш для глаз. У меня есть очень хороший эйвоновский карандаш для глаз, черный. Я хотела взять точно такой же. И почему-то мне показалось, что это вот эта упаковка. Но нет, это другой карандаш. Хотя называется Avon True Color.
другой он внутри. Там была такая посеребренная упаковочка, и карандаш сам раскручивался, и для того, чтобы его вытянуть, да, нужно было нажимать вниз, а не крутить, как обычно это бывает. Но здесь нужно крутить, да? Вот. То есть здесь нужно крутить, чтобы он выходил, да? Там нужно было нажимать. И карандаш мне очень нравится именно тот, эйвоновский. Он не растекается, он очень хорошо держится на глазах. Этим карандашом я еще не пользовалась. Ну, кто знает, может быть, он такой же хороший. Made in Germany тоже. То есть Германия все-таки не Китай. Может быть, ничуть не хуже. Но если он будет хуже, конечно, я закажу именно, попытаюсь найти тот, который нравится мне. Так, затем моей маме очень понравились шампуни вот такой серии. А, значит, вот такой серии я изначально брала шампунь, который называется вербена и перечная мята. Выглядит он вот так. В зеленой упаковке Avon Naturals и Gerber Hair Care. 250 миллилитров. А, безупречная чистота вербена и перечная мята. Маме моей очень понравился, поэтому она сказала, попросила, чтобы я заказала ей еще такой же шампунь. Но такой же шампунь вот в этом каталоге, он имеет вообще сумасшедшую низкую цену. Вот, потому что периодически проходят различные акции. И вот эта страничка с линейкой этих шампуней. Да? Цена была прежде 150 рублей. Сейчас, если вы выбираете два средства, то их можно заказать за 139 рублей. Это еще без учета вашей скидки, если вы являетесь представителем Avon, да? Ну, грубо говоря, 140 рублей за две пачки шампуня, это 70 рублей. Если у вас еще скидка 30%, как у представителя, то вам эта пачка выходит за 55 рублей. 55 рублей за целую пачку шампуня, еще и хорошего, я считаю, что это просто прекрасная баснословная цена. И из этой линейки я сказала, ну, конечно, возьму сразу большое количество шампуней, и я прям решила избрать по порядку, то есть вербена и перечная мята это самый первый шампунь, вот он. И потом я заказала по порядку первый, второй, третий, четвертый. Прям как по каталогу. Что у меня получилось? Ну вот один уже мы посмотрели, вербена и перечная мята, которая понравилась моей маме. Запах вообще прекрасный. Очень вкусный. Что-то такое цитрусовое, плюс с мятой смешанное. Замечательный аромат. Следующий это идет у нас крапива и лопух. Я думаю, у кого есть дача. На даче растет крапива. Вы, наверное, когда-нибудь пробовали сделать отвар. И действительно, после крапивы волосы очень такие блестящие, хорошие. Запах совершенно другой. Такой нежный. Здесь вот больше, как мне показалось, такой цитрусовый. Здесь легкий запах. Так, следующее, что у нас? С ароматом цветка лотоса и базилика. Это уже не просто шампунь, это шампунь и ополаскиватель. Два в одном. 250 миллилитров также. Витамины B3, B5, Е. Классный аромат, очень такой женственный, нежный, мне понравился. Так, хорошо. Это тоже шампунь-ополаскиватель. Клевер и черная смородина. Такая упаковка. Здоровый блеск. 250 миллилитров. Посмотрим.
Да, действительно, пахнет смородиной, как пахнет клевер. У клевера такой же очень тонкий аромат, уловимый, наверное. Пахнет больше, как просто черная смородина. А почему я взяла сразу несколько этих шампуней? Потому что мама я попробовала только всего лишь один из этой линейки. Может быть, он даже не самый лучший, но он мне понравился, конечно, поэтому я его взяла еще раз. Но если все равно всегда должна быть возможность сравнить. Может быть, из этой линейки есть что-то, что вам нравится еще больше. Ну и к тому же кожа головы же тоже привыкает к одному и тому же средству. Хотя некоторые с этим спорят. Но я думаю, пусть попробуют разные средства и выберет то, что ей понравилось больше всего. Вот. И из этой же линейки, на этой же странице я взяла бальзам и спрей. Бальзам и спрей очень сильно отличаются. Сейчас я посмотрю, как они выглядят на картинке здесь. Ну, забавно. Вообще в каталоге они выглядят вот так. Вот, да? Два. Раз, два. В каталоге они как будто бы имеют одинаковый размер. Смотрите страницу, ощутите аромат. Мне нравятся такие бальзамы. Их можно наносить и на сухие волосы в том числе. Почему мне нравятся именно такие бальзамы? Потому что у меня у самой в ванной прям целая куча всяких средств для волос. И когда я принимаю ванну, конечно же, в первую очередь это шампуни, да. Потом есть маски, сыворотки. И уже как будто наносить бальзам – это перебор иногда, мне кажется, да. Зато бальзам можно нанести на такие уже подсушенные волосы или вообще даже на сухие, для того, чтобы облегчить расчесывание. Это, мне кажется, гораздо более правильным, чем по 10 средств сразу за раз использовать. На деле они выглядят вот так. Видите, да? Один такой маленький, поменьше размер, другой побольше. На картинке они выглядят вот как-то так, да? Хорошо. Avon Naturals фитоукрепление крапива и лопух. Ой, я думаю, он замечательно подойдет к шампуню крапива и лопух. Ну-ка, попробуем. Да, запах такой же. Крапива и лопух. 150 миллилитров. Только приятный. И еще одно средство, тоже бальзам-спрей для волос, гораздо меньшего объема, 100 миллилитров. Малина и гибискус. Угу. Не помню такого шампуня у меня. Здесь отдельно. Запах малины, да. Как пахнет гибискус, я, к сожалению, не очень знаю. Бальзам спрей для волос, хорошо. И еще я заказала такую новинку. Не знаю, есть ли она здесь, в этом каталоге. Наверное, есть. Я видела, что она есть в новом каталоге на первой странице, в четвертом. Ну, наверняка она впервые где-то появилась здесь, искать не буду. Называется маска для лица Splash Уход. Тоже NU, заряд энергии. Такой вот пузырек. 125 миллилитров. Подходит для ежедневного применения. Вообще это считается новинкой. Потому что это жидкая маска. Чаще всего маски имеют такой кремообразный характер, да, структуру, как крем. И из-за этого наносится чаще всего именно на ночь, питательные, да, потому что очень жирные. Это сплэш с английского всплеск. И впервые вот такие маски жидкие, они появились в Корее. Это корейская инновация. Хорошо, что она дошла именно до Эйвона тоже.
как наносить. Наносят несколько капель, там, например, 5 капель на ладонь, растираешь в ладонях и наносишь на лицо. Мне кажется, именно из-за того, что она имеет такую жидкую структуру. Да? Ой, как классно пахнет. Из-за того, что имеет вот такую именно жидкую структуру, я думаю, что будет казаться очень легкой. То есть ее можно будет наносить сразу утром, не дожидаясь, да, вечера. И насколько я знаю, ну давайте прочитаем инструкцию. Чтобы прочитать инструкцию, вам нужно найти такую картинку пальчик. Пальчик, который перелистывает листок. Вот. Сейчас мы перелистнем, посмотрим, что там пишут. Выглядите, чувствуете себя великолепно, с молодой и безупречной кожей. Средство линии заряд энергии разработано, чтобы помочь восполнить то, в чем нуждается кожа больше всего. Увлажнение, сияние, сужение чистой поры, ровная текстура. Разбудите кожу за 15 секунд. Да, наносится утром небольшое количество на ладони, затем похлопывающими движениями распределяется по коже лица и шеи. Немножко подсушить, да, и затем можно использовать любое увлажняющее средство. Избегать попадания средства в глаза. Наверняка тоже щиплет глаза. Я хочу сказать, что раз наносится утром, и после нее можно нанести крем, я думаю, она действительно очень легкая. Очень легкая, и все-таки раз называется сплэш, всплеск, то, несмотря на то, что, наверное, она легкая, она должна обладать именно эффектом маски. Я попользуюсь ей несколько недель, и потом сделаю о ней тоже отчет. Вот. Ну и под конец это зарядка для телефона. О ней я расскажу поподробнее. Как и обещала, я напоследок обзор зарядки аккумулятора. Вот такая красивая упаковка Get Boutique Avon. Когда мы открываем ее, зарядка, так, здесь имеются инструкции по использованию. Зарядка находится в такой специальной упаковке, лопающейся. И в очень такой красивой сумочки ярко-розового цвета. Gift Boutique с 1886 года. Открываем. Здесь лежит сама зарядка. Она на самом деле выглядит больше, чем обычная помада, потому что в каталоге она выглядит как будто совсем маленькая. Ну, как обычная помада, эта зарядка все-таки больше. Внутри она выглядит вот так. Здесь два USB выхода. Да, широкий, да, и для телефона. Можно заряжать ее от компьютера, например, или от сети. Но от сети у вас должен быть специальный, да, аккумулятор. Здесь также имеется вот такой шнур, да, с такими выходами. Заряжается она где-то 4 часа полностью. Когда вы заряжаете, она начинает мигать, по-моему, красным цветом мигает. Когда она полностью зарядилась, она начинает гореть, не переставая. Когда вы подключаете ее к телефону, она начинает мигать синим цветом. Заряжает очень хорошо за такую цену. Мне очень понравилась. Красивая женская зарядка. Всем пока.